довольно-таки вредные, но очень сытные и вкусные еда, хотя ничего супер оригинального в нем нету. Конечно, сочетание булочки, котлеты, сыра, лука и огурца само по себе очень вышло приятное, не сухое. И плюс бекон, который я добавила за дополнительные деньги. Размер довольно-таки небольшой, вкусный, красивый, также легко разбираться, если вам нужно его рассмотреть со всех сторон. Могу советовать брать иногда, пусть и не является это полезным. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки или дизлайки. Ждите обзоры на все остальное. Скоро город Калининград, Россия.